какой-то веке я сижу, крашусь за своим туалетным столиком, а не где-нибудь на кухне или в детской. У меня тут чай. Я, кстати, очень полюбила в последнее время этот чай. Красная поляна от Никти. Потрясающий. Он зеленый с какими-то добавками вроде травок каких-то вкусных. Очень душистый. Прекрасный. У меня вчера закончился, вернее, почти закончился мой карандаш. Aquarezist Color Pencil от Make Up For Ever. Я всегда прокрашивала им межресничку и рисовала основу своей стрелочки, чтобы далее уже добавлять тени. Он у меня закончился. Я заказала, во-первых, его второй раз во втором оттенке. И заказала еще один любимый Estee Lauder Cacao. Он какое-то время назад вообще пропал из продажи. Что такое у меня с фокусом? Его было не найти, но я его очень-очень люблю за стойкость и за то, как он мягко прокрашивает межресничку, не царапая глазки и не повреждая их, потому что у меня зона глаз очень чувствительная. Так, у меня кисти валяются, мой любимый контуринг от Наташа Шик, любимая тушь, тени, которыми я делаю сейчас свой макияж глаз, Tom Ford Ming Mirage. И покажу вам сейчас новинку. Я думаю, вы помните, у меня был аромат от бренда Byred, Gypsy Water, цыганская вода. И я недавно выставила в запрещенной социальной сети информацию о том, что я не могу им пользоваться. Он начал меня как-то удушать, и мне было очень некомфортно. И мне написала моя подписчица, что она хочет этот аромат, и она готова поменяться. У нее есть новый флакон Blanche, а я, в свою очередь, ей отдам Gypsy Water. И мы вчера встретились. Обменялись ароматами, и я поняла, что это очень классно. Для меня это аромат холла дорогого отеля. Такой аромат чистоты, аромат какого-то особенного лоска. Вы знаете, бывает просто чисто, бывает так чисто, что вот ощущение, что выдраено все, каждая поверхность, каждая деталь, и при этом еще добавлен какой-то ароматизатор, какой-то диффузор. Вот для меня это Pro Blanche. Потрясающий аромат, немножечко напоминает дорогой кондиционер для детского белья, с которым я раньше стирала Гошкины вещи. И да, любимый консилер в последнее время, консилер от бренда Holika. Мои кремовые тени от Beauty Drugs. Айтинт – это основа под то, что я потом наношу. И любимый гель для бровей – Анастасия Беверли Хиллз. Я попросила Наташу, она мне купила еще два таких в Sephora, потому что у нас они очень дорого стоят, а там они, по-моему, стоят $33 или $35, вот что-то около того, поэтому это выгоднее. И я всегда увлажняю или максимайзером, когда у меня нет проблем с губами, или наношу, например, свой, как же его называют, Lanolips, да, миллион раз вам тоже рассказывала. У нас сегодня ужасно пасмурно, ужасно мокро и как-то очень неприятно. В общем, типичная петербургская погода, но именно сейчас бы мне, честно, ее не хотелось, потому что сейчас у меня, ну, невозможно непростой период, и я пока просто не могу сказать, с чем он связан, но чуть позже расскажу. И самое дурацкое, что Гриши нет рядом, и мне очень тяжело, вот мне прям искренне тяжело, и этот день нужно просто пережить, вот его нужно пережить, и я надеюсь, что завтра будет солнце, и
Я решила, что переживать я его буду не одна. Я сейчас отправляюсь в гости к своей Анюте. Во-первых, она закончила ремонт дома, и у них там должно быть очень красиво. И мне безумно хочется заглянуть в ее ящичек с ароматами, в ее косметичку. Она такой бьюти-маньяк еще похлеще меня. Она очень увлекается косметикой, увлекается бьюти-сферой. И когда-то я сама была такой, когда я была визажистом. Сейчас меня больше все-таки увлекает стилистика, одежда. Мне очень нравится составлять образы, мне очень нравится вся эта сфера. Я искренне тащусь от того, что я делаю, когда я работаю. И когда я просто делаю это для себя, и в контексте ведения канала, в контексте съемок видео про одежду, это все просто меня настолько заряжает, вот ее также заряжает бьюти-тема. И сегодня у нас будет косметика, женские разговоры и, кажется, даже просекко. Ну какой пасмурный день может обойтись без просекко? Это же просто невозможно. Небо настолько затянуто. Я надеюсь, что хоть немножечко, хоть пару лучей солнца, но выйдет сегодня, и все распогодится. Мне бы очень этого хотелось. Я сейчас собираюсь, на мне лонгслив, это Тумут, очень старенький, года 3, свитер хлопковый, это All We Need, брюки Nice One, джоггеры. Скорее всего, я надену просто кроссовки, и мне очень нравится этот образ. Он такой расслабленный, я придумала его совершенно случайно, я просто взяла те вещи, которые смотрели на меня в моем шкафу, когда я в него заглянула. Самое забавное, что погода в итоге меня услышала, и у нас начало выходить солнышко. Поэтому я даже надену свои очки Blue Marine. Просто их обожаю. Это, оказывается, настолько моя форма. Мне кажется, мне другие настолько сильно даже носить не хочется, насколько я ношу эти в пир и в мир. Беру с собой Миранду, на ноги кроссовки H, и можно выходить. Витя поехал за просветы, да. Просто комната бьюти-маньяка. Мак, это вся санкционка. Да вообще. Ой, Дольче, мне нравятся вот эти флаконы их. Ну, да, очень красивые, мне очень нравятся у них билеты. Знаешь, блеский тент и что-то такое. Я обожаю просто. Да. Ну что за красота. А у тебя есть Шанель Бой? Слушай, Бой нет. Я очень хочу Бой, я у Наташи просила, и оказывается, не оплатить. Да, я знаю, у них косяки. Они перестали принимать без моей... Эскада. Аня приходит ко мне навстречу в ресторан, дает попробовать свои новые духи, не говорит, что это. И я кричу, о, это Эскада! А это не Эскада, это дороже раз в 10, наверное. Слушай, это хайлайтер? Мне нравится, он красивый. Что-то в нем такое есть. Загадочное, мерцающее. Ну, видишь, Бобби на самом деле классные, но у них все с тальком, а тальк мне нельзя. Аня, тебе нужен бьюти-блок. Срочно. А вот классический Бобби. Хотя на коже они красиво выглядят. Аня пошла к Вите за просекко нашим. Я сижу просто... Я готова обнюхаться всеми духами, намазаться всеми помадами. Мне все сумасшедше интересно. Это какая-то лимитка MAC. Кстати, помню. Помню такие лимитки. Худо. О, боги, боги, боги. Скажите, что этой женщине нужен срочно бьюти-блок. Еще одна худо. Все роскошно в тенях худо, кроме того, что у меня от них безумно болят глаза, чешутся, и я просто не могу в них существовать. У тебя новые палетки были? Скоро мне помощь. О боже. Две. Я так понимаю, брюк и просекко. А нет, Астя взяла. На всякий случай. Будет Астя, ладно. И просекко. Нам это будет просекко. Конечно. Ставь все, что в морозилке. Они такие теплые, боже. Ты что, фанат худы? А? Ты что, фанат худы? Слушай, мне так случайно получилось. Случайно три палетки получились. Не, иди сюда.
сюда. Тут левая сторона это парфюм мужчины. Боги. А здесь палетки. Я всегда думала, что я бьюти на меня. Здесь всякие тон. Вот это вообще разочарование века, блин, не знаю. Короче, это потом... ужасный тон. Это пиздец, я пробовала скажу. Его. И это просто кошмар. Он... Причем есть люди, которые обожают, есть люди, которые ненавидят. Я его ненавижу. Он же полосит. Он, во-первых, полосит. Во-вторых, он начинает подчеркивать все шелушения. В-третьих, он все поры подчеркивает. Короче, я повелась, если честно, мне очень понравилось... А упаковка прикольная, очень красивая, очень эстетично. А потом я потестила просто в магазине каком-то. Вот. Это их оргазмы. Я обожаю их оргазмы, но там талия. Да? А здесь, короче, у меня запасы уходят. У меня есть кремовый оргазм. Да? Кстати, жидкий оргазм. А, я знала, да, какой. Он, кстати, классный. Просто как будто я пришла в Сефора и окунулась в какой там год? 2021? Когда все было. Когда у нас все было, и нам ничего за это не было. Эх, блин, надо, я просто жду, когда я дойду до этого ухода, лучше хочу попробовать. Слушай, я узнаю, на самом деле, у меня когда-то тоже был такой комод с таким количеством косметики. Даже когда я начинала канал, у меня было косметики гораздо больше, чем сейчас. Кстати, была Naked только тройка и их Basic. Да? Даже когда я была визажистом, я не покупала Naked, потому что мне клиентам они не нравились. Слушай, ну это как и такая вкусовщина. Это да, у меня клиенты не любили Naked, но они очень любили Make Up For Ever, когда-то у них такая базовая классная палетка вышла, космическая, я да. Знаю. Они просто обожали. Хочешь, я покажу это? Да. Это вообще, кстати, коллекционерша. Тоже... коллекционерша. Слушай, а у него вот этот потрясающий, короче, кейс. Да, я знаю, клатчи. Который, да. Боги, это сочетание фиолетового и желтого. У меня была когда-то страсть, я очень хотела себе фиолетово-желтый мини-купер. Я мечтала просто. Слушай, ну звучит круто. Классная история для фотосессии, кстати. Это моя первая палеточка. Я ее храню, мне кажется, чисто, чтобы было. Это как я храню самый первый свитер от Массимо Дутти. Да. Когда, знаешь, я начала себе позволять, и вот у меня это память. Да. Это, знаешь, вот это, кстати, прикольная штука. Это очень специфичная, но я ей реально пользовалась. Очень интересный цвет. Они мягенькие, скорее всего. Да, очень, они, видишь, наносить, чуть-чуть да. Вот эти, особенно как вот резиночки. Эти. Особенно, очень классные. Я делала такой прям образ на фестиваль какой-то, вообще прикольно было. И маленький кусочек парфюмов мужчин называется. Да, выделила место. Вот где-то просто в уголке выделила. Хочу Диафоли. Мне прям интересно. Я просто, если честно, после переезда еще не все распаковала. Я люблю их коробочки. Да, очень красиво. Держите. Они плотненькие. Я люблю ощущать, что я заплатила денежку. Да, ты знаешь, ты такой приходишь и такой, да, деточка. Здесь косоморать. Нет. Ну, это тебе вообще не понравилось. Не могу. Это не моя. Для тебя вообще не твоя. Вот это может быть, но я их еще не открыла. Кого? Боже мой, у тебя магазин может быть? Слушай, я никак не могу понять, как я хочу это отснять, называется. У меня проблема. У меня не родилась еще мысль. Я же говорила, что Аня любит эстетику Бальман. Мы сейчас будем лицезреть. Ты понимаешь, что из-за этих туфлей я сделала дресс-код на свой 30-летие? Ну, на 30-летие, знаешь, можно и дресс-код. Я сказала, все будут в черном. Сколько размер? 40. Понятно. Мне тут можно поместить только две ноги. Слушай, ну ты так, знаешь, как это, аккуратненько сложишь две ножки, да. Ой, какие они красивые. Обожаю их. Пока но ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить. Но мне нравится потолок. Мне очень нравятся вот эти светильники такие выпуклые. Ну да, конечно. Да. Мастера заставили нас сделать это обои под покрас. Обои под покрас. Я хотела вообще просто краску. Ага. Но они сказали, нет, давайте обои. Так ровнее будет. Ну, скорее всего. Тут же прикол был в том, что по факту здесь несущие стены, вот только вот это. Вот эта драмка чистая. Вот, мы причем видели. И они эту драмку сделали кривой. В следующий раз, когда вы будете делать ремонт, обязательно спрашивайте. Не верьте своим мастерам, потому что по вашему свежему ремонту будут херачить газовщики, которые, оказывается, наши мастера неправильно подключили. Видишь? Нас по нашей всей... А как это перекрывать теперь? Слушай, да, будем приглашать, я просто сейчас еще не нашла мастера хорошего. Ну, это можно перекрыть теперь. Слушай, да, тут видишь, оказалось еще, это вообще была разводка 52-го года. Вот, и прикол в том, что здесь вот панель полностью железная, и ее, чтобы выдирать, это получается, надо все штукатурить заново. А у нас здесь закаленное стекло, которое наши прекрасные уже мастера тут сделали.
Причем, я тебе скажу про себя. Я очень не люблю гостей. Но есть конкретные люди, которые, когда приходят ко мне, я их не ощущаю. И для меня это показатель того, что этот человек мой. Из всех моих подруг я пока выношу в своем доме только одного человека. Причем всю жизнь я била себя пяткой в грудь и говорила, я ненавижу стрельцов. Я ее не ощущаю, она стрельцов. И я Гришу не ощутила, когда он приехал. Серьезно? И я просто, я очень переживала. Я такая думаю, зачем я ему сказала, переезжай ко мне? Почему он не отказался? Зачем? И он приезжает, и я на следующее утро просыпаюсь, и я не чувствую присутствия этого человека. То есть мне комфортно, он не гость, он свой. И то же самое, Регишка моя приходит, и я такая, ты единственная, кто меня тут не бесит. Слушай, это ценно вообще, потому что часто, ну, я тоже напрягаюсь обычно, начинаю переживать. Вау! Тех, кому, кому знаешь, желе не я заливать. Я приду к кулеру, да. И в вине мне нужна такая Слушай, же история. А ты знаешь, я, кстати, видела, но я вообще ни разу не пользуюсь, потому что я почему-то, кстати, мы что-то не открывали ни одну бутылочку вина. Такую прям, чтобы... В этой квартире. Я сегодня проснулась в 3 часа ночи. И во мне какой-то энерджайзер сегодня просто поселился. Я, во-первых, перестирала вообще все, что только могла перестирать. У меня вот тут вот, там вот стоит сушилка огромная. Я навожу очередной раз порядок. Мне хочется сегодня заняться чистотой. Сегодня такой полувыходной день, когда мне не нужно особо решать какие-то важные задачи. Хотя вся эта неделя была супер загруженная. То есть я... практически не бывала дома, и все время в каких-то делах, заботах, плюс Гришин отъезд, и для меня это всегда как-то морально тяжело предвкушать момент, когда я останусь дома одна, всегда для меня это какой-то особенный дискомфорт. Но вчера просто это было такое сумасшедшее веселье, Аню я обожаю. И Наташа, я вам рассказывала, с помощью нее я совершаю свои покупки за рубежом. Она когда-то нас как раз познакомила с Аней, то есть мы дружим вместе, и сейчас Наташа у нас молодая мама, мы вчера записывали поддерживающие кружочки в Телеграм Наташи вместе с Аней, и Аня немного не понимает, наверное, я только предполагаю, пока что это такой маленький ребенок, потому что она единственный ребенок в семье, и у нее не было опыта своих детей. Я, наоборот, понимаю это как никто, а Наташа только-только с этим столкнулась. Вот такие вот 3 совершенно разные позиции, причем у нас с Наташей совершенно разные дети и разный опыт материнства. Наташа с ребенком 24/7, и у нее более беспокойная девочка, чем у меня был Гоша. И она сейчас просто пытается себя не потерять последние силы, и я пытаюсь как-то ее поддержать, но, честно, даже иногда не находишь ты тех слов, которые способны поддержать человека в такой ситуации, потому что ей просто тяжело. Несмотря на то, что ее материнство совершенно осознанное, на мой взгляд. То есть она понимала, что она хочет конкретно ребенка от своего любимого мужа, и это не было чем-то таким спонтанным, незапланированным. Я в какой-то момент, наверное, поняла, что если бы у меня был неспокойный ребенок, я бы, наверное, била в колокола и призывала на помощь всех. И на самом деле всем мамочкам это единственный совет, который я могу дать. Призывайте на помощь армию бабушек, армию дедушек, вообще всех, кого вы только можете просить о помощи, не стесняйтесь, просите. Потому что нет ничего хуже, чем изображать из себя героиню и до последнего, никого не привлекая, стараться все успеть самой. Это просто означает потерять все силы, всю энергию,
Лучше купить маме билеты, организовать ей отпуск, пускай она приедет, если она, например, в другом городе находится, и сказать: мама, вот, давай как-то я делегирую. Делегировать обязательно нужно. Лучше как-то поговорить честно с мужем и сказать, что тебе тяжело, и тоже пускай он как-то привлекается к вопросу материнства, воспитания ребенка, когда он совсем-совсем крошка. Лучше привлечь дедушку лишний раз, свекровь, всех, кого только возможно, чем умирать потом каждый вечер и ночь, когда ты просто не спишь, когда у тебя нет вообще совершенно никаких сил, и ты вот, бедная, несчастная, на самом деле уже выбиваешься из колеи полностью. Вот такой вот мой, на самом деле, совет, как не потерять себя в материнстве, потому что другого варианта просто нет. И раз уж я сегодня дома, я нанесла сегодня на себя свой новенький бланш от Байреда. И знаете, на какое-то мгновение мне вспомнился даже не запах дорогого отеля, не запах белья в номере дорогого отеля, нет. Мне вспомнился аромат бабушкиных рук. Тот момент, в тот день, когда она занималась домашним хозяйством, это был или аромат какого-то порошка, или какого-то пахучего мыла вкусного. Но вот что-то такое мне вспомнилось, и мне стало так в нем спокойно. Это какое-то детство. Вот я не знаю даже, как описать. Первое время, когда я его слушала, мне казалось, что это нечто дорогое, нечто отельное, нечто чистое. А сейчас я почему-то чувствую в этом детство. И Angel Share, мой второй любимый аромат, показывала вам в прошлом влоге, когда я слушаю, как пахнет вот этот вот золотой распылитель, когда просто подношу его к носу, у меня ощущение, что я вдыхаю аромат запеченной карамельной корочки какого-то десерта. А когда только наношу, это чистый коньяк. Вот удивительно, но аромат просто безумный и потрясающий. Я очень рада, что он у меня появился. Вот сейчас будут два моих любимчика, которые я буду использовать чаще всего. И очень красиво он раскрылся после того, как я нанесла вот этот вот крем на тело. Как будто бы они как-то смешались, и в бланш стало чуть больше ванили, чуть больше какой-то пудровости. В общем, вместе они очень здорово работают. У меня, кстати, Гриша подсел на вот эти фотокабинки. У него возникла идея сделать целое панно, нафоткаться в самых интересных местах города, или не города, я уж не знаю, может быть, еще где-нибудь. И он хочет сделать панно из таких фотоисторий. Не знаю, честно говоря, насколько его хватит и реализует ли он в итоге эту идею. От ароматов чистоты непосредственно к чистоте. Вы любите, когда я показываю всякие бытовые штуки, покажу, чем я стираю в последнее время. Я после Персила, которым я пользовалась долгое время, теперь перешла на Ариэль. Гриша нашел где-то на Яндексе, кажется, там очень выгодно получается покупать сразу же несколько бутылок. И Ариэль на самом деле оказался более даже качественным в плане плотности, наверное. То есть он более экономичный за счет того, что он такой плотный, насыщенный, концентрированный. Он очень классно освежает именно постельное белье. Я просто от него в восторге. Причем мне нравится как гель, так и капсулы. Вот эти AirPods, они супер крутые, потому что, во-первых, там уже содержится кондиционер, и удобно очень закинуть такую одну штучку и не заморачиваться уже со всем остальным. Ну и плюс, они тоже очень ароматные, очень освежающие, и они очень лояльные именно к ткани. То есть я порошками не пользуюсь, потому что они не до конца растворяются, и вот этот налет, он все равно остается потом на ткани, и порошки – это совсем не мой вариант. Поэтому или капсулы, или гель. С капсулами я ни в коем случае не стираю шерсть, потому что шерсть садится от кондиционера. Я стираю только с гелем. Капсулы тогда, когда, например, постельное белье, вот я сейчас постельное стирала, и вот как раз они меня очень сильно выручают. И для черного суперклассная новинка от Tide, это не реклама,
Просто я пользовалась, опять же, Ариэль для черного. А Тайт я вообще никогда не брала. Я очень скептично почему-то к ним относилась. И тут я попробовала, и он так приятно пахнет. И так он хорошо действительно стирает черные вещи. И они какие-то, знаете, как будто более насыщенного цвета становятся. В общем, не знаю, я никогда в это не верила. Может быть, это я убеждаю себя в том, что это действительно помогает. Но штука классная и действительно очень приятный такой аромат свежести. Ну и традиционно ваниш для того, чтобы я чистила любые велюровые поверхности, то есть все кровати, у меня кровать велюровая у Гоши и в спальне такая бархатная, плюс стулья, я чищу, всегда растворяя ваниш немного в воде, и вот этим раствором я уже чищу мебель. Ну и, конечно, добавляю, когда речь идет о каких-то пятнах, добавляю просто крышечку такого средства внутрь барабана, и прекрасно все отстирывается. Крутая вещь, но что касается прям пятновыводителей, для тех пятен, которые сложно чем-либо отстирать, я нашла классное средство, но у меня нет его упаковки. Мне вообще притащила его мама. По сути, это такое обыкновенное мыло. Я просто сложила его в мыльницу. Опять же, мама принесла мыло, мама принесла мыльницу. Мама позаботилась, потому что она знает, что у меня ничего этого нет. И это мыло «Ушастый нянь» или «Усатый нянь». В общем, мыло детское. И, видимо, оно предназначено как раз-таки для пятен сложных, которые детки обычно оставляют на одежде. Там, например, соус какой-то, каша, не знаю, что еще, может быть, все что угодно. Оно отстирывает все, даже пятна от красного вина, пятна какие-то жирные, пятна от красных соусов, которые ничем невозможно отстирать. Вот это мыло отстирывает. Но единственное, конечно, нужно прям само пятно им потереть и прям хорошенечко поработать ручками, то есть прям подтирать нужно. Больше я таких именно пятновыводителей, которые с настолько сложными пятнами справляются, честно, не встречала. Никогда. Поэтому вот это мыло, это прям находка. Я куда-нибудь помещу картиночку, чтобы вы понимали, о чем я вообще говорю. Я сегодня наводила порядок в обуви и в верхней одежде. Здесь стоят мои лоферы. Некоторая обувь до сих пор находится в стирке. Как сказать, в стирке, в общем. Я только что ее помыла, и она сейчас сушится. А здесь лоферы мои, Гришины, кроссовки, лодочки, любимые Сабо, которые я очень часто ношу, когда тепло, но сейчас у нас, к сожалению, холодно. И верхняя одежда. Я достала сюда только то, что я ношу вот прямо сейчас. То, что я чаще всего надеваю, чтобы лишнего здесь просто не висело. Поэтому здесь моя кожаная куртка, это Massimo Dutti. Два тренча, более серый и более такой теплый, приближенный к цвету Camel. Это Revolu, это Massimo. Кардиган, это Matthew. Пушистый мой, правда, вешаю я его, если честно, на свой страх и риск. Надо снять и положить лучше куда-нибудь на полку. Тонкие пальто 12 Stories оба ношу сейчас, потому что очень холодно. Тренч это Only Me желтый, и розовый тренч это Matthew. И здесь уже Гришина часть, правда, он уехал и что-то с собой забрал. Тут еще Гошкин тренч. В общем, все очень классно поместилось. Я лишнее никогда не коплю. И что касается хранения пальто, некоторые убраны в чемодан, а некоторые просто сложены в кофр. Пальто на пальто на пальто, и все это убрано в кофр и на полку. И там еще тонкие пуховики, потому что, по идее, они могут в любой момент понадобиться, учитывая наше петербургское лето, поэтому я далеко их никогда не убираю. Но в целом более-менее порядок наведен, и моя душа уже спокойна. Я очень люблю эту икеевскую полку металлическую, которая позволяет не держать обувь на виду. То есть я могу спокойно, даже если я пришла и на улице был дождь, могу спокойно сюда положить, задвинуть просто эту металлическую полку, и все, никаких проблем нет. Обожаю. Мне кажется, что кроме Икеи мало какие магазины так делают, поэтому вот такие лайфхаки, конечно, они были очень ценны для меня именно в плане Икеи.
Я сегодня весь день живу на телефоне, я уже даже устала просто от этого. И решаю ту проблему, которую для меня создал самый надежный банк России, который оказался не таким-то уж и надежным. Я вообще в шоке просто. Причем они косячат очень жестко уже второй раз. И мне приходится самой разгребать эти проблемы. И, кстати, хочу сказать, для тех, кто столкнулся с какой-то проблемой, созданной банком, вот объективно, то есть не то, что вы там неправильно прочитали условия, например, какие-то, а потом жалуетесь. Нет, когда действительно банк создал какую-то проблему, в чем-то ошибся, некорректно бумаги сделал или некорректную информацию предоставил. В общем, все бывает со стороны сотрудников банка. Когда банк не реагирует на ваши сигналы, ни на звонки, ни на какие другие ваши попытки как-то сигнализировать, пишите на банки.ру отзыв. Тогда они начинают работать. Уже проверено 100 тысяч раз и мной, и моими клиентами. Я сейчас думаю, что мне нужно немножечко отвлечься. Я хочу сходить в лето. Это ближайший, по сути, торговый центр ко мне. И, возможно, по пути зайти за фруктами. Потому что сейчас потрясающие абрикосы. Я вчера пришла к Наташе с абрикосами, съела все абрикосы. И взять, возможно, черешню или клубнику, что-то такое, порадовать себя немножечко, потому что мне нужно снять этот стресс. Я сегодня как боец просто. И, конечно, еще по дому дела недоделаны. Но думаю, что мы сегодня все успеем. Я давно уже хотела зайти в Кюхенленд. Вот сейчас как раз заглянула, потому что мне по пути. У них очень сильно обновилась коллекция. У них появилось много классной мебели. Смотрите, какие стулья. Это как раз та самая актуальная буклешка. И у них столько появилось красивых черных деталей. Таких именно стильных, которые были свойственны, например, тому же H&M Home и Zara Home. Мне очень нравится вот эта тарелка под фрукты. Масленка очень классная, мельнички опять же. Такое все супер стильное. Ваза мне нравится. Очень похоже, кстати, на нечто чугунное, наверное. Ну, красиво. Потому что раньше у них коллекции были более такие про роскошь, золото, серебро, и сейчас больше натурального чего-то. Красивая такая подставка под хлеб. Хотя я сама раньше делала такие, я просто брала металлическую корзинку, туда внутрь льняную салфетку, и это все симпатично выглядело. Но вот это вообще очень красиво. Такая коллекция тоже интересная. Тоже все очень натуральное. Такая симметричная ваза с веточками, красиво смотрится. Тарелки асимметричные, вот эти матовые. Мне нравятся. Классные кружки. Тарелки тоже такие классные, интересные. Эта подставка можно под приборы, можно под какую-то нарезку. Очень симпатично. Я раньше здесь столько не видела всего классного. Эти бокалы мне нравятся. Я люблю воду дома пить из бокалов. Красивые аксессуары для ванной комнаты и для туалетного столика. Если вам нужны подставки под косметику, мне кажется, это классно должно сработать именно в таком амплуа. Здесь много всяких подставок под украшения, шкатулок, но не все вписывается в ту концепцию, которую я сейчас стараюсь создать у себя дома. Но в целом, да, все это очень-очень красиво. Здесь еще появился отдел домашней одежды. Кстати, хорошее качество я потрогала, они такие прям мягонькие-мягонькие. И здесь очень много появилось интересных покрывал, пледов, покрывала такие бархатные, которые я раньше нигде найти не могла. Вот сейчас просто в Кюхенленде масса всего. От таких синтетических до более хлопковых. Мягонькие такие, бархатные. Кстати, красивый изумрудный оттенок. И цена, на самом деле, не как у крыла самолета, а вполне себе такая адекватная и приемлемая. Мой любимый отдел. Я все время смотрю на эту коллекцию из такого хрусталя, как будто бы. Красивые стаканы, очень красивый салатник. Мне нравится. Возможно, когда-нибудь я рискну это поселить у себя дома, потому что мне недавно мама подарила подобный салатник, и я его разбила. Я говорю, у меня ничего вообще в руках, видимо, не держится. Коллекции прям очень красивые. Я бы уже отошла от вот этих золотых каемочек, и золото бы меньше брала именно домой. Больше бы все-таки брала что-то прозрачное. Мне нравится этот воздух, который создается за счет такого прозрачного стекла. Это для человека, у которого есть все. Вот такой набор для сыра. Вот если не знаете, что подарить, мне кажется, это было бы приятно. Сыр в основном все любят. И такой набор, конечно, никто себе сам не будет покупать. Это именно такая подарочная история. И вот эти розовые бокалы рядом тоже очень красиво выглядят.
можно использовать под воду. Если не пьете именно алкогольные напитки, то под воду будет здорово. Я смотрю на вот эти вот подносики красивые для вина и закусок. Мне тоже очень нравится, это так эстетично. Как раз эти салатники, о которых я говорила. Красиво смотрится, любой стол, мне кажется, они смогут украсить. Очень красивые подсвечники с маленькими стеклярусами внутри. Тоже здорово выглядит. Крупный салатник мне нравится. Действительно, есть что посмотреть. Я раньше в Кюхенленде столько красоты не находила. Возможно, хотя бы такую малютку. У меня вот подобная и была, которую я разбила, к сожалению. Но да, мне хочется повторить эту историю, это очень красиво. Тут уже более летняя эстетика. Мне нравится, смотрите, какой красивый набор стаканов. Разноцветные, похожи на карамельки. И вот похожие бокалы, тоже из этой же коллекции. Тут на самом деле очень много всего, в лето он достаточно большой. Но то, что здесь ассортимент стал гораздо больше, это прям видно невооруженным глазом. Я все смотрю на подставку под ножи. У меня раньше она была, сейчас я стараюсь пустоту поддерживать на кухне. Но мне кажется, это было так удобно, что, честно, хочется повторить. И здесь очень много именно таких хоз нужных предметов. И здесь классные вешалки, силиконовые, очень удобные. Деревянные есть, но это такая история для меня сомнительная. То есть я пользуюсь, но я бы не стала покупать, если бы у меня их не было. Есть металлические, очень такие в стиле Pinterest. Причем как прищепки, так и такие вот металлические, которые для обычной одежды. 499 рублей за набор. Это вполне себе, мне кажется, даже икеевская стоимость. Силиконовые за две штуки 249. Вполне себе адекватно. Я смотрела на эти красивые сушилки. Они такие эстетичные, что мне захотелось свою заменить. У меня очень обыкновенная, купленная в каком-то хозяйственном магазине, металлическая. А эти такие красивые, что просто... Хочется их поставить куда-то на видное место, наверное. Ну и плюс они очень комфортные. Видите, они могут гнуться во все стороны. То есть они могут быть и очень компактными, и при этом более такими размашистыми. Такой, кстати, тоже вариант интересный. Никогда такими не пользовалась. Возможно, можно попробовать как раз. Особенно для полотенец, мне кажется, это комфортно, если полотенце сушить. Много всяких штук для уборки, от тазов складывающихся, кстати, очень удобная штука, до швабр, тряпок. Я еще ничего здесь не брала, но мне интересно, я думаю, что я сделаю когда-нибудь контрольную закупку, когда у меня найдется больше времени, чтобы я и купила, и сразу же сняла для вас, как это вообще будет в эксплуатации. Потому что здесь прям, знаете, такие ноу-хау. Перчатки, которые способны мыть и все остальное. То есть много всего классного. Вот еще целые наборы вешалок в сером цвете. Очень лаконично, мне кажется, должны смотреться в гардеробе. Есть такие более матовые, но при этом видно, что они силиконовые. Есть более крупные. 299, одна такая штука. Это для верхней одежды очень комфортно. Эти матовые, мне кажется, тоже должны быть такими крепкими и хорошо держать одежду. Есть такие, но я пока не поняла, для чего это. Может быть, для трикотажа, кстати. Да, наверное, для трикотажа. Ну, да, выбор есть, определенно. Даже коврики появились такие красивые для ванны, например. Хлопковые такие мне нравятся. Учитывая, как меня сейчас тянет на натуральную эстетику, действительно очень симпатично. Тоже всякие штучки для уборки немного напоминают Zara Home. На мой взгляд. У них тоже в последнее время появлялись всякие такие эстетичные предметы. Губки, щетки, швабры и так далее. Вот. Здесь та же самая история. Мне понравилась эта ваза. Асимметричная. Я подобная когда-то видела в коллекциях H&M Home. Красиво смотрится. Если сюда, например, какие-нибудь две веточки эвкалипта добавить или какие-нибудь сухоцветы, в интерьер должно красиво вписаться. Есть еще такая ваза декоративная. Тоже в натуральном стиле. Тут надо, конечно, приходить и основательно уже смотреть, исходя из того, что мне нужно. Потому что я сейчас потихонечку меняю свои сковородки, ковши. То есть я прям сейчас решила этим основательно заняться. Поэтому я думаю, что
нужно уже от лишнего избавиться и прийти сюда как раз заняться этим вопросом. И мне понравились вот эти корзины. Классные, можно использовать как кашпо или, например, как корзины, куда вы складываете какие-нибудь пледы. О, и только сейчас увидела, смотрите, какая классная корзинка для летнего пикника. Есть причем набор для пикника, а есть просто корзинка для пикника. Тоже так в стиле Pinterest. Надо Регинке моей отправить. Пускай она посмотрит. Мы все хотим с ней сделать пикник на улице и сделать красивую контентную съемку. Кстати, вот как вариант. И смотрите, какой красивый жираф. Подставка под карамельки, конфеты, еще под что-то можно использовать. И зеленое стекло. Причем и в форме листочка это красиво, пальмового. И такое именно уже бутылочное стекло. Тоже красиво смотрится. Эстетично для кухни. Мне даже такие подставки в форме листа нравятся. Хотя я раньше была не любителем, но почему-то именно в черном матовом варианте это смотрится очень даже эстетично. Я вернулась домой, и у меня с собой немыслимо прекрасные фрукты. Я зашла за абрикосами, зашла за клубникой. И мне кажется, что сейчас нужно все это мыть и есть, потому что я еще и жутко голодная, и мне так хочется чего-то такого свежего, что как раз, я думаю, фрукты будут в тему. Я сегодня жутко устала. Я ругалась с банком, я даже не перечислю, сколько раз. Я потратила все свои нервные клетки. Поэтому да, мне нужна глюкоза. Любовь, которую не понимают мои знакомые, это чай с фруктами. Я налила себе зеленый чай. Я обожаю чай с фруктами, чай с ягодами, просто как конфетки. Кушаешь вместе с чаем, это огромное удовольствие. Я решила немножечко отвлечься, я хочу посмотреть фильм, который я вспомнила. Вернее, мне про него напомнили подписчицы. «Смерть ей к лицу». Мне кажется, это классная комедия с элементами черного юмора и... Как раз под мое настроение она сегодня просто идеально подходит. Что у меня здесь такое? Тушь потекла. Да, и, наверное, этот вечер стоит провести в дзене и отдыхе. У меня сегодня Гоша у бабушки. У нас традиция по пятницам, он всегда у бабушки. Не потому, что я не хочу с ним сидеть и с ним находиться. Просто у нее ванная, а у нас душевая. А ему в кайф купаться, плескаться в воде. И он просится, а мне кажется, для любой мамы приятно, когда ребенок говорит: «Я так хочу ночевать сегодня у бабушки». И я говорю: «Хорошо, да, давай». Тем более у них такой классный коннект. Так что я сейчас буду отдыхать,
смотреть фильм, и я обязательно еще к вам вернусь, тем более у меня полная сушилка вещей. Я так ничего и не погладила, потому что я сегодня промоталась по делам, еще и успела в магазин сгонять. Да, я сегодня такая себе хозяйка, но у меня оправдание, я решала банковские вопросы. Идеальное завершение вечера, я решила наварить борща. Понимаете, да? Когда ты одна, и ты ищешь себе занятия. Я сварила потрясающий борщ. Недавно Гриша нашел специи классные. Сейчас покажу вам идеальный набор специй для классного борща. Причем у меня здесь вообще все, что необходимо. Единственное, я делаю его на квашеной капусте. Но в этот раз я делала его даже на говядине. То есть традиционно на косточках, а не на индейке. Как я раньше делала, более такой диетический вариант. Можете поискать в каких-нибудь ларечках, знаете, где продаются всякие фрукты, овощи и так далее. Оказывается, идеальная комбинация для борща – это сладкий перец, помидоры, лук, лук-порей, укроп, семена, петрушка, эстрагон, сельдерей. Семена укропа, поняла сначала. Сначала не поняла. Настолько потрясающий аромат эта специя дает. Прям тут целый набор. Я думаю, что я найду баночки для этих специй. И пора бы уже сделать такую организацию. Но я думаю, что я займусь этим вместе с вами. Дельфиниум, кстати, уже больше недели живой. И весь секрет его стойкости в том, чтобы каждый день подрезать, менять воду и обязательно добавлять туда ложечку сахара. Это вообще помогает цветам дольше стоять. Все, мои дорогие, я думаю, что на этом можно влог завершать. У меня уже поздний вечер. Я буду собираться спать, готовиться ко сну. Включу себе сейчас свою колонку, чтобы послушать музыку какую-нибудь расслабляющую, и буду укладываться. Спасибо за то, что вы были сегодня со мной. До новых встреч уже совсем скоро, и пока-пока.